Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим штатную камеру заднего вида от компании IDL. Данная камера предназначена для установки в автомобиль Skoda Fabia. Поставляется она вот такой вот коробочкой фирменной. Ну, давайте посмотрим, что у нас входит в комплект. Так, здесь имеется сама камера. Камера идет с диодами подсветки номерного знака. Отдельно прозрачный вот такой вот плафончик. Сама камера также выполнена из пластика. Подключается подсветка диодная номерного знака отдельно. Запитывается на 12 вольт. Также имеются здесь разъемы для подключения кабеля питания и также вывода изображения на монитор, то есть видеосигнал. В комплекте также есть удлинитель видеосигнала 5-метровый с разъемами тюльпан-тюльпан с одной и с другой стороны. И также разъем, кабель для подключения питания к камере. Кабель подключается также в сеть 12 вольт, обычно на фонарь заднего хода запитывается. И также небольшой мануальчик вот такой вот с характеристиками и схемами подключения камеры. Камеру мы сейчас подключим, посмотрим, как она выводит изображение. Подключать будем к 5-дюймовому монитору. У нас подготовлен кабель питания уже, запитан. Подключаем его и подключаем кабель видеосигнала. Вот изображение сразу выводится на камеру. Все детали полностью различимы, хорошо видны, даже самые маленькие, то есть мелкие. Разрешение у камер довольно-таки высокое. Здесь используется матрица CMOS. Разрешение камеры 656 на 492 пикселя. Используются две системы PAL и NTSC. 480 ТВ-линий. Также и угол обзора 170 градусов. Камера герметично полностью заклеена. Пыли-влагозащищенная. Класс защиты IP67. Также имеется такой помощник, как парковочная разметка, которая разделена на три зоны, красная, желтая и зеленая, с помощью которой можно будет запарковаться в самых трудных местах. При покупке на камеру распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость по камере вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.